6-й подъезд, это мой подъезд. Жила я на 7-м этаже. Вот там вот балкончик, сейчас он беленький, вагоночкой обшитый. Вот в этом доме жил я, а в доме вот там вот через дорогу жила Лера. Познакомились мы в 88-м году, как сейчас помню. В школе искусств. Я попал в театральный класс, на театральное отделение. Мама привела маленького мальчика в шортиках, в коротеньких шортиках, на таких, на тоненьких ножках. Вот, Артемий Кирсанов. Всякие там роли мне стали давать. Но вот одну из ролей я получил вот, сказки о царе Салтане. Царя мне дали сыграть. Вот. И тут, короче, вот с этого все и началось. Как бы я была царица, то для батюшки царя я родила богатыря. Вот. И, значит, а он был царь. Батюшка. Вот. И нам надо было целоваться, потому что я, значит, якобы выходила за него замуж. Но он стеснялся. Я вообще не поняла, как можно с Артемом Кирсановым целоваться. Было как-то так, типа, стрёмно, что ли. Как это целоваться? Вот такой был, как маленький братик мой, потому что он был маленький, низенький, лёсенький. Данность. На тебе, пиджачок. Давай. Ты заболел. А ты болеешь. Ты болеешь. Не, я не болею. Надо мне пиджак. У меня другое болеет. Живот у меня болеет. Мне так нормально будет, если так снимать. Когда мы стали постарше, у нас уже начались всякие там дискотеки. Мне нравилось возвращаться с Артемом домой. Ну и чувствовала какую-то ответственность, потому что я выше, старше. Как-то так получилось, что мы какое-то время не виделись. Я уезжал в Россию работать на постановку. Потом приехал. Лера уехала в Москву уже. Первые цветы помню. Приехала я с Кубы. И тогда мы были у бабушки. И я ж привыкла, что Артем маленький. Вот, и он, значит, мы с ним созвонились, что, значит, он говорит, я приеду, значит, пойдем погуляем. Хорошо. Значит, звонок в дверь, я дверь открываю и, значит, смотрю ж вниз, как привыкла. Артем. Открываю дверь, стоит такой Артем. С цветами ромашки держал в руках. Наверное, как-то так звезды сложились, что случился между нами взрослый поцелуй. Вот. Пасхальное воскресенье, светлое. Проснулись утром и поняли, что пора жениться. Потому что дети растут, надо, чтобы они знали, что у них есть семья, чувствовали себя одной семьей, все были одной семьей, потому что семья – это очень важно. Что мне нравится в Артеме, так это то, что он спокойный. И так как я телец и ураган, то мне как раз вот очень комфортно с людьми, которые спокойные. Он заботливый, он внимательный, детей любит. Поэтому мы вместе. И нам вместе хорошо. Ну, Лера – это моя болезнь. Я и заболел, и до сих пор болею. Как не могу выздороветь. Ну, наверное, и не нужно. Наверное, эта болезнь меня доконает и убьет. Наверное, с этим я и умру. Вот, люблю ее. Я его люблю.